Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гарбанчук. Зараз говоримо про таке. Студія живопису у Дніпрі проведе аукціон-продаж картин, виручені кошти з якого направить захисникам. Сьогодні в наших гостях викладачка студії Алевтина Ковтун. Я вас вітаю. Здравствуйте. Пані Алевтина, розкажіть, будь ласка, про студію, як називається студія, ну, взагалі, де вона знаходиться, її напрямок. Студия живописи называется Brush Hero, и у нас там очень много различных мастер-классов по современному искусству. У нас есть курсы академического рисунка, живописи, то есть как образовательная часть, так и больше развлекательно-расслабляющая. Ну и, власне, как давно вы решили провести аукцион, как долго собирали картины? Мы решили провести аукцион пару недель назад. Вообще зародилась такая идея. Мы рассчитывали на небольшой охват, но столкнулись с тем, что получили невероятный отклик от художников со всей Украины, с разных ее уголков. Были этим безумно удивлены, приятно шокированы. И сейчас сбор закрыт картин, потому что у нас уже около 200 лотов. И это все нужно обработать, оформить, поэтому... Ми зараз цим займаємося активно. Чи були роботи, можливо, якісь, ну, хоч одна з-за кордону? Ні, були художники, які виїхали по обстоятельствам за границей, і вони нам, кстати, написали практически в першу чергу. Вони такі: ми уїхали, але ми дуже хочемо передати, як ми можемо це зробити, там подружка занесе, мама занесе. Ми відкриті були для будь-яких пропозицій, ми, ну, практически ночували в студії, щоб кожен успів принести своє творчество. Отже, розкажіть, будь ласка, про формат аукціону. Их будет два, онлайн-аукцион, потому что нами заинтересовались люди из-за границы, они тоже хотят поучаствовать в виде скупщиков всего этого добра, и они очень сильно просили сделать сайт, чтобы они могли делать ставки. И, насколько мне известно, уже сайт был запущен вчера, и уже есть ставки на этом сайте из Швеции, Японии и других стран Европы. Да. Тобто український живопис наразі цінується в світі, не тільки в Україні. Да. Розкажіть, будь ласка, де буде відбуватися аукціон, коли, як долучитися, як прийти? Аукціон буде проходити 26 мая в 5 часов начала. Нужна буде предварительна регістрація, її можна зробити у нас на страничці студії, там є вся необхідна інформація. На страничке студии Brush Hero. Ну, мы, власне, посилання додому в статю, да. И вы сможете легко пройти. Если что, можно нам написать, мы все скоординируем, проведем, расскажем, покажем, что нужно сделать. Вот, будет происходить это на фабрике L. Они очень помогли нам в сотрудничестве. Это находится на генерала Пушкина 1А. Мы также всех встретим, проведем, расскажем. Куди і що. Як багато людей очікуєте? Саме покупців? Мені складно відповісти на цей питання, тому що в минулу п'ятницю я рахувала, що прийде чоловік, ну, дай Бог, 30. Зараз у нас вже є регістрації предварительні, і їх там вже більше 55. Тому, ну, рахуємо чоловік на 150-200. Чим більше, тим краще. Як ви гадаєте, які це люди прийдуть? Ну, там, творчі люди, там, виключно інтелігенція, або ж взагалі хто завгодно. Я думаю, що прийдуть такі ж люди, як і люди, які нам картини відсилали свої. Тому що це не тільки професіональні художники, які зараз в таке непросте час займаються творчеством і хочуть хоч якось допомогти з тим, чим вони вміють краще всього. Тому що у нас є люди, які просто це роблять як хобі. Или у них, они увидели наш пост, у них стрельнуло вдохновение, и они решили подарить нам картину. У нас были такие люди, которые говорят: я увидела вашу сторис, нарисовала картину, мне очень хочется, чтобы она смогла пригодиться, и вдруг ее тоже кто-то купит. Такие люди тоже были. Скажите, пожалуйста, какие лоты? Это только картины, або что-то еще?
Нет, у нас очень много есть иллюстраций от иллюстраторов, дизайнеров, тату-мастеров. У нас есть классическая живопись в виде холстов, есть полотна на ДВП. Темы нет, у нас есть абстракции, реализм, сюрреализм, очень много всего. Расскажите, пожалуйста, дальше про тату-майстра, про тату-эскизы. Это, по-моему, вообще был наш первый отклик, когда мы запостили сторис. Нам написал мальчик из Одессы, он тату-мастер, и сказал, что у него есть иллюстрации, которые он бы хотел нам пожертвовать. И потом подключился его друг, он тоже тату-мастер, и он прислал нам полотна своих тату-эскизов авторских. Тобто це, ну, на вигляд, такі картини, тільки ескізи. Як їх можна буде використати? От, наприклад, чи зможе купити там такий ескіз якийсь наш місцевий дніпровський тату-майстер і просто його намалювати на комусь, ну, набити на комусь? Ну, я думаю, это нужно будет согласовывать с автором этих тату-эскизов. Но если он купит, например, одну серию этих работ, оформит ее в рамку и красиво повесит у себя в студии, то это только приветствуется. С этими приобретенными видами искусств можно делать все, что угодно, их можно вешать где угодно, как угодно. Ими уже будут распоряжаться, собственно, покупатели этого всего добра. Які лоти вам найбільше запам'яталися? Я розумію, що ви обрати якусь одну важко. Але ж. Ні, мені всі як родні. Ну, кілька. 5-10. 5-10 буду просто дуже довго перечислять. Є лот одної дівчинки, вона школьниця. У нее очень красивое полотно, вы его точно заприметите, когда придете к нам. Это такая большая картина, по-моему, 100 на 70 полотно. Оно в таком очень глубоком сделано, видимо, чувстве. Там девушка, она скручена лежит. Картина называется «Тыша». И вот когда ты на нее смотришь, каждый раз у тебя какие-то новые ассоциации, новые чувства всплывают. То есть, с одной стороны, она веет теплом и уютом, а с другой стороны, она веет какими-то очень глубокими переживаниями. И вот это вот прям заставляет глаз застопориться на вот именно этой картине. Щодо віку, ви кажете, що школярка, чи є якісь художники поважного вже віку? У нас сейчас художники от 14 до 83 лет. 83 роки. Розкажіть про... Це пенсіонер чи пенсіонерка? Да, это пенсионер. Его хобби — рисование. Он нам тоже пожертвовал очень много своих работ, безумно крутых. Мне очень приятно, что вот он подходит к этому делу, несмотря на то, что это просто его увлечение, настолько классно, профессионально и основательно, то есть он сам натягивает холст, он все не учась этому, он создал такие потрясающие картины, от которых тоже будет очень тяжело оторвать свой взгляд. Скажите, пожалуйста, чи є на деяких работах, картинах або ж арт патриотичні мотиви, які наразі дуже популярні в Україні? Да, есть. Не могу сказать, что их подавляющее большинство, потому что в основном приносили люди творчество, которое у них было. Это абсолютно разное творчество. И были люди, которые именно вот под воздействием времени, в котором они сейчас находятся, они вот как свою обратную связь в виде материального объекта решили нам передать. И на самом деле там нет каких-то очень серьезных, страшных сцен. В основном это больше, ну, такие волнения, переживания, но в приятном облачении. То есть да, это принятие боевого духа. Да, это природа, это какие-то воодушевляющие послания, какие-то очень красивые, яркие впечатления о том, что,
чтобы мы не забывали, что, ну, как бы у нас прекрасная страна, и вот там как раз запечатлены те моменты, которые всегда будут об этом напоминать. Супер. Скажіть, будь ласка, щодо аукціону, чи будуть якісь початкові ставки, чи треба буде так, от, ну, класичний, чи формат трохи інший буде? Мой любимый вопрос. Это не будет классический аукцион, потому что мы все-таки хотим придерживаться рамок времени, в котором мы сейчас находимся. Это будет тихий аукцион, он будет проходить следующим образом. Не будет первичной ставки. Человек, который заинтересовался определенным лотом, будет подходить, будет специальная инструкция, что с этим нужно делать, визитки, на которых будет указываться стоимость, которую человек посчитает нужным или захочет пожертвовать конкретно для этого лота. Ага, то есть классичного аукциона, коли 100, 200, 300, такие змагания, такого не будет. Да, все наши состязания переходят на состязания внутренние с самим собой. Сколько вот ты готов или хочешь, или чувствуешь, ты должен отдать. Куда будете направлять вырученные кошты? Наша студия абсолютно никоим образом не касается финансовой части этого всего мероприятия. Этим всем будут заниматься наши партнеры, благотворительная биржа Добродей. Она будет заниматься закупкой всей необходимой техники для ЗСУ. Она будет предоставлять все чеки, платежи, вот эти все обработки данных, это все через них. Протачись до лотів, не можу не запитати, чи є такі роботи з позначкою 18+. Ні. Немає. Ну, мені так кажуть. Рухаємося далі. Наскільки важливий культурний фронт? Фронт живопису на цій війні? Ну, важний, звісно ж. Як, на вашу думку, митці можуть через свою творчість донести до людей правду, показати всю важливість, так, підтримки, яку зараз виказують нашим захисникам? Художники, на самом деле, это, как и было в прошлых столетиях, так и сейчас, собственно, миссия художника не изменилась. Даже сейчас намного это все масштабнее, потому что художник имеет слово, он может оказывать влияние тем или иным способом, то есть позитивно, негативно, это уже окрашивает лично каждый для себя. И сейчас мы варимся в той атмосфере, где очень много очень разных лозунгов. Много атмосферы вот этой такой напряженной, волнительной, и хочется немножко уже из вот этого вот сжатого состояния выбраться, вдохнуть свежего воздуха и понять, что жизнь продолжается, ее нужно жить как можно ярче, красочнее и эмоциональнее. Поэтому я думаю, что сейчас задача художников — это доносить правдивую информацию, но в формате своего творчества так, чтобы напитывать людей хорошими эмоциями, позитивом, воодушевлять их на жизнь, что ничего не кончено, нужно продолжать делать то, что ты делал, не забивать на какие-то свои идеи, потому что я столкнулась с огромным количеством людей, которые собирались до там, 24 февраля, занимать какие-то новые должности, чему-то новому обучаться, открывать свои дела, и сейчас они просто боятся это все делать, потому что не знают, что будет через 2 часа. Но это не повод, поэтому нужно брать и делать то, что вы все запланировали. И митцям дуже важлива практика, особливо в період війни. Ну, ми знаємо, так, наприклад, музиканти зараз пишуть пісні і свою біль, так би мовити, нею діляться через мотиваційні пісні задля підняття бойового духу. Да, всі так само і митці.
все, просто все зашуршали, все начали что-то делать, перестали стесняться своего творчества, потому что очень многие боялись выставлять свои работы. Я такая же. Я как бы создаю, но я всегда думаю, да, боже, кому это надо, кто-то это будет смотреть. А сейчас я выкладываю какой-то процесс и вижу, что есть отклики, и вижу, что кого-то это порадовало, кто-то там вдохновился, тоже пошел что-то нарисовал. И сейчас время как раз самое благоприятное для того, чтобы творить и создавать так. Что-то новое. Вы тоже художница. Да. Чи якусь свою работу на аукцион віддали? К сожалению, нет. Я занимаюсь организацией этого всего мероприятия, поэтому у меня просто физически нет времени. Немає часу. Да. Розуміло. Ну, давайте наостанок нагадаємо ще раз глядачам, коли, куди, з чим, з грошима, звичайно. Але ж... Ну, самое главное — прийти. В хорошем настроении, чтобы немножечко отвлечься от того, что происходит, посмотреть на творчество, вдохновиться, напитаться хорошими эмоциями, получить ресурс и пойти жить жизнью. Это будет происходить 26 мая, в четверг, в 5 часов вечера на локации фабрика L по адресу генерала Пушкина 1А. Угу. Якщо 26-го у вас не виходить, то можна приходити 27-го, 27-го і 28-го. І 28-го. Тобто аукціон подовжили на 3 дні, бо дуже багато бажаючих, дуже багато картин. Дуже дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Спасибо, що пригласили. Ми точно знаємо, що аукціон буде крутий. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Алевтина Ковтун, викладачка студії Brash Hero. Студія живопису наразі так 26 числа проведе аукціон продаж картин. Всі виручені кошти підуть нашим захисникам, усі 100%. Картини збирали зі всієї України, так там різні і картини, і арт, і навіть ескізи тату-майстрів. Буде дуже цікаво, тож приєднуйтеся. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую за увагу.